сосредоточена. Сосредоточенность — это признак уверенности? Сосредоточенность — это признак профессионализма, видимо. Признак готовности. Анастасия Платонова, Александр Дурачок, Россия. Ученики Жулина и Волкова. Катаются, судя по протоколу, под ре-минорную фантазию Моцарта. Странный выбор музыки, честно говоря. Для произвольного танца это уж может быть. Сейчас посмотрим. Анастасия Платонова, Александр Грачев.
практически безупречно исполнили свою программу. Но, честно говоря, вот, может быть, это мое такое личное мнение. Боже мой, ну зачем же прям под ноги партнерши кинули просто коробку с чем-то. Так вот, мне показалось, что как-то музыка была сама по себе, а спортсмены были от нее отдельно, хотя катались хорошо. Причем нельзя сказать, что спортсмены в этом виноваты, грубо говоря. Хочется сказать, что в этом виноват Моцарт, потому что Моцарт вряд ли писал музыку именно для этих спортсменов. Потому что он, скорее всего, виноват тот, кто выбрал эту музыку. Я бы даже сказал, он совершенно не для этого ее писал. Абсолютно. Вот абсолютно. Но мне так кажется. Хотя я обожаю эту музыку, я просто... Так я и говорю, что музыка хороша. Да? Это была любимая музыка. Просто обожаю. Музыка прекрасна. Спортсмены катались хорошо, но вместе и музыка, и спортсмены как-то не гляделись мне сегодня, Василий. Ну, это эксперимент, это фантазия, это произвольная программа, где есть место выдумки какой-то, ну, чему-то даже рискованному. Тут своеобразный риск. Что? Ну, скажем так, что я не совсем, наверное, осознал ту идею, которую пытались они донести этим выбором музыки. Может быть, если мы уже об этом говорим, это уже, значит... Да, антиреклама – это тоже реклама, зацепило, да? Хотя, еще раз хочу сказать, хорошее вращение было исполнено, твизлики так очень чистенько, резвенько. Вот в конце мы видим, пошатнулась Анастасия, но это уже конечная поза, поэтому не повлияло ни на что. Главное дело, они так душевно это все катали, в принципе, и эмоционально, и со всеми. Да, да. Просто еще в чем проблема в этой музыке, в том, что ее же еще вот нормально не смонтируешь. Но это передержали что-нибудь, что еще. Straight line lead второго уровня, дорожка по прямой второго уровня. Да, все соответствует правде. По кругу третьего зато. Да, по кругу третьего, все остальное четвертого. На данный момент на первом месте. И они пока впереди. Даже несмотря на этот балл дедакшена. Да. Ну а что, 77 баллов, это их лучший результат в карьере.